Аллея общественной поддержки и любви к родному городу появилась в островной столице. На пересечении улиц 1 Октябрьской и Южной высадили 20 саженцев липы и тополя пирамидального. Идею предложили общественники из ассоциации ТОСов Сахалина. Акцию провели в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Деревья для высадки закупили в питомнике сотрудники Сахалинского центра аэронавигации, а необходимую технику и плодородную землю предоставил аэропорт Южно-Сахалинска. Наш город с годами становится только прекраснее, и мы, как местные жители, особо чутко на это обращаем внимание. И нам, ну, тем более мне, как жителю Октябрьского, очень приятно принять участие в озеленении. Комфортная среда – это то, где мы живем, это то, где будут жить наши дети. Стоит отметить, что на этом месте работники авиации уже высаживали деревья, которые благополучно прижились и окрепли. Ранее территорию украшали соснами, яблонями, кленами и молодыми дубами.